На ремонте вот такая микроволновка Cinex. Значит, диагноз включается, гудит, но не греет. Ну, раз включается, гудит, значит, питание подается. Первый предохранитель наверняка в порядке. Что не так, будем разбираться. Для этого сзади откручиваем винтики, я уже открутил сзади по периметру крышки, и вот один сбоку, вот здесь один открутили, немножко тянем назад, так приподнимаем и снимаем верхнюю крышку, смотрим, в чем проблема. Значит, что нужно посмотреть. Раз включается, значит, этот предохранитель в порядке. Вот этот теоретически и этот в порядке. Но мы его сейчас проверим. Значит, что еще можем посмотреть? Посмотрим, не пробита ли сам магнетрон. Прозвоним и посмотрим высоковольтный предохранитель. Вот этот. Вытаскиваем с розетки и пробуем. Так, с розетки вытащу. Теперь что нужно делать? Сейчас немножко, значит, проверяем. Ставим на прозвонку. И вытаскиваем провода, разъем. Значит, проверяем. Сами должны звониться на короткое. Звониться. Между им и корпусом не должно звониться. Не звонится, все нормально. Значит, как бы плюс-минус, с магнетроном все нормально. Вот этот термопредохранитель проверяем, тоже все в порядке. Теперь открываем предохранитель и смотрим на предохранитель. Вытаскиваем и смотрим, что с ним. Ну, а вот предохранитель, он, если видно, здесь внутри спиралька должна быть, тут даже звонить смысла нет, точно он сгоревший, не звонится. Какой должен быть, сейчас покажу. Вот, смотрите, сейчас один сгоревший, другой не сгоревший. Внутри спиралька есть. И теперь ставим сюда не сгоревший. Немножко поджать нужно. Сейчас чуть подожму, чтобы было немножко плотнее. Так, все равно свободно. Еще поджимаем. Должен плотно заходить. Так. Здесь тоже, наверное, они немножко разного диаметра. Так. И теперь ставим на место. И проверяем. Чем все закончилось, ну, теоретически, раз он без предохранителя, конечно, греть не будет. Единственный момент, он может опять сгореть, если есть какая-то проблема замыкания в самом трансформаторе, и из-за этого, допустим,
предохранитель, то, конечно, так. Ну вот, сейчас так, ставим на место контакты. И проверяем, включаем розетку. Берем воду, сейчас холодную вот наберу. Вода холодная, вставляем, проверяем, чем все закончилось. Буквально 30 секунд. И вода будет уже, должна быть не холодная. Если все работает. Вода теплая. Смотрите, мы вместе с вами за минут 10 отремонтируем машинку. Да, действительно, у вас, скорее всего, в доме, в хозяйстве нет. У меня есть запасные высоковольтные предохранители. У вас, скорее всего, нет. Просто, в принципе, можно проволочку сюда поставить, медную. Но это колхоз, так делать не нужно. Здесь 0,65 миллиампера. Не, 0,65 ампера, поэтому 650 миллиампер, я поставил 750 миллиампер, какие у меня были, и все работает. Заказать он там стоит 50 центов, один предохранитель, можете заказать в интернет-магазине и получить, поэтому... Скорее всего, проблем с этим не будет. Поэтому повторяйте, подписывайтесь на канал. И всего доброго. Увидимся на канале.